Pagina 139. Che cosa è successo? Sto Slucilas. Una scarocchi. Dialoghi. Davide, Nastia e Julia. Ma. Come va, Martin? Mi sento a terra. Sì? Che cosa è successo? Più dvajeni essere presenti sta sgluca. Successo. Bene. Sono arrivato poco fa dall'Olanda. Sì. Il viaggio è stato lungo e mi sono stancato molto. Bene. Adesso voglio riposare. Bene. Zesu nasi es glagol. Sentirsi. Nasciala abrashem ni magni e na ni vasvratno io forma e tava glagola. Sentire. U glagola sentire, pravenni glagol treta vaspregenia gruppi A. Два значения. Либо слышат. Ну, слышат, простите. Слушат. Либо слушат, либо чувствуют. Либо слушат, либо чувствуют. Возвратный глагол значит чувствовать себя. И слушать себя. Бах, можно. Прислушиваться. Да, простите, слышать, да. Allora, ascoltare это слушать, cioè sentire это слышать, да. Первый вариант правильный. Поэтому еще раз, слышать и чувствовать, а это чувствовать себя. Bene. Переводим. Как дела, Мартин? Ну, это, видимо, какой-то оборот. Да. На земле... Не очень. Знаете, когда человек чувствует себя хорошо, стоит на ногах. Когда ему плохо, лучше, чтобы принимал горизонтальную позицию. На земле. Значит, не очень. Бе. Я себя не очень хорошо чувствую. Да? Подробнее на это посмотрим. Бе. Что случилось? Да. А, я недавно приехал из Голландии. Си. Путешествие было очень длинным. Си. И вот глагол, который по-русски да, по-русски не является возвратным, а по-итальянски да. Станкарси. Уставать. Обратите внимание, что как и по-русски есть два способа, Либо я скажу «я устал», «mi sono stancato», используя глагол, либо скажу «я уставший», используя прилагательное, «sono stanco». Они по значению равномерные, оно и тоже обозначает. Но здесь у нас вспомогательный глагол «essere» в настоящем времени. И прилагательный станку, уставший. А здесь мы проспегали глагол станкарси в ближайшем прошедшем времени. Я уставший, я устал. Глагол и прилагательный. И здесь прилагательное. Бе. Хорошо. Здесь он сказал, я устал, сильно устал. Теперь хочу отдохнуть. Бе. A riposarmi? Allora, tutto. È una mistimionni. Una sesco, riposare, addachnut. E riposarsi, тоже addachnut. Mistimionni, glagol, кажется, возвратным, звучит более эмоционально. No, никакой разницы по значению. Есть. Хорошо. Наталья, completate, заполните на основе диалога. Ты будешь рассказывать, что происходило с Мартин. Поэтому Мартин говорит о себе в первом лице, ты про него в третьем лице. Мартин си сенти а терра, Мартин чувствует себя не очень, потому что можешь просто, хочешь, пожалуйста, а можешь просто, потому что он устал, и потому что он устал, это уже достаточно. Perché si
stancato. Точка. Molto. Perché si è stancato molto. Хорошо. Perché si è stancato molto. Mi sono stancato, è Pierre-Valizze. Si è, ti sei stancato? Staromlice, si è stancato. Tretemlice. Хорошо. Ega e Gianna. Ega, buongiorno. Perché questa faccia vedere? Sì. Sono di cavito. Cattivo. Ah, cattivo umore. Sì. Mi sono arrabbiata tutta la mattina con i colleghi. Colleghi. Colleghi di ufficio. Sì. Faccia, значит, лицо. Почему у тебя такое лицо? Дели. Бене? Дели. Дели отвечает. Я что, в плохом настроении. А меня разозлили. Но. Я это... Подлежащий это я, э? Я разозлилась на самого утра. Но. Я тут ламатина. Все утро. Все. Я злилась все утро. На кого? На коллег в офисе. По работе. Может быть, что они ругаются. Но она сердилась на этих. Мы не знаем причину. Может быть, что они нехорошо вели себя. Может быть, что она делала что-то не так. Но ругались. Мы не знаем причину. Но важно, что она сердилась, разозлилась на них. Это глагол мы уже встречали в прошлый раз. Арабьярси, помните? Я здесь хотел комментировать только управление этого глагола. Арабьярси. Кон. По-русски это сердиться, злиться на кого-то. По-итальянски с кем-то. А, как в английском. Ругались. Мы не знаем, ругались или нет. Это ругаться, это литигаре, это другой глагол. Ругаться это ли ссориться, ругаться это литигаре кон. Ну, это просто другое на управление. Никак по-русски. Бене. Кстати, есть существительное этого глагола. Раббия. Рабия имеет два значения. Первое значение – это бешенство. Как у собак. Да, это латинское название. Да? Бе. А и потом ярость. Потому что когда человек в ярости, выглядит как... Злая собака. Да. Это даже пьяного, может быть, что возникает во рту. Бе. Бе. Пену еще не видела, Эга. Но, хорошо. Va bene. Еще на комментарии, однако. Очень важно. По-итальянски три способа, чтобы говорить лицо. Faccia, viso e volto. Сейчас объясню. Потому что здесь рискуете говорить не то. Faccia – это только свое лицо, либо лицо очень близкого человека, с которым есть близкие отношения, короче, родственника, либо друга. Определение такое. Потому что faccia еще значит рожа. Поэтому, если это близкий человек, это свое лицо воспринимается как лицо. Но если это незнакомый, он воспринимает как рожа. Поэтому не надо... Лицо чужого человека – это визо. Как раз, если вы хотите купить крем для лица, в упаковке будет написано «крема per la, il viso», non «крема per la faccia», потому что «крема per la faccia» – это крем для рожи. Это не найдете точно. Понятно? Свое лицо или лицо человека очень близкого. Иначе «визо».
Bene, volto это уже литературная версия. Волто находите в стихотворениях, в песнях. Разговорная речь. Это вместо визу? Да, вместо визу, но еще выше, еще более элегантно. Не найдете крема per il volto, хотя не было бы ошибочно, не было бы оскорбительно, но слишком литературно. Но крема per la faccia... Хорошо. Дмитрий, completate a piat. Здесь надо объяснить, почему Делия в плохом настроении. Она объясняла это нам, используя первое лицо, а ты про нее должен использовать третье лицо. Делия de cattivo umore, потому что сердилась на коллег. Perché si... sei... No, sei это второе лицо, sei stretta. Perché si è... Sì? Arrabbiato. Una leggenda. Arrabbiata. Sì. Perché si sei arrabbiata. Si è arrabbiata. Si è arrabbiata tutta la mattina con i colleghi. Colleghi di ufficio. Di ufficio. Хорошо. Третью ситуацию на следующей странице 140. Ирина и Аня. Cosa hai fatto di bello ieri sera, Roberto? Sono andato alla festa di Hans. Beh. Ti sei divertito? Sì. No, mi sono annoiato di morire. Da morire. Beh, переводим. Что ты сделала хорошего? Sì. Вчера вечером. Роберто. Beh, а Роберто отвечает? Ходил на праздник Хансу. Ну, sì. Что, день рождения? Нет. А мы не знаем, какой праздник. Может быть, что это умер дедушка у него, который, и он наследил много денег, поэтому... причину не знаю, но все-таки это праздник. Бен, хорошо? Значит, дивертирси значит развлекаться, веселиться. По-русски на самом деле не будет именно так. По-русски будет тебе было весело? Не, ты веселился. Тебе было весело? Sí. А annoiarsi это практически антоним глагола развлекаться. То есть... Неправильно приводит? Грустно. Нет, все правильно. Окей. Annoiarsi это антоним глагола развлекаться. Это скучать. До смерти. Скучно, да. Мне было скучно. Скучно. До смерти. Да. До смерти скучно. Потому что... Переводит правильно, но на английский. Поэтому если еще по-английски... Окей. Annoiarsi значит скучать. Скучать не по какому-то, какому-то человеку, а скучать потому что скучно. Потому что зеваешь. Вот в таком плане скучать. А триста это просто... Триста это... Ну, триста это прилагательное, значит грустно. А, это грустно. Хорошо. Настя. Роберто ieri sera è andato alla festa di Hans. Ему не было весело, а скучал. Non si è divertito. Sì. Ma si è annoiato. Bene. Соответствующие существительные. Divertimento это развлечение. E noia скука. Divertimento, развлечение, noia, скука. Хорошо. Четвертую ситуацию. Юлия и Наталья. А, dove andate, ragazzi? Andiamo ad Assisi. Ad Assisi. Ah, Assisi. Bene. Dove si trova Assisi? Sì. Si trova in Umbria. Sì.
a circa 20 km da Perugia. Bene. Quando vi fermate? Fermate. Sì. Ci fermiamo un paio di giorni. Bene. Per Evodim. Dove jedete, ребята? Sì. Ми поедем в Асизи. Bene. И где вы остановитесь? No, no. Trovare so значит, Юлия. Trovare so значит. No, находить, найти. А trovarsi, соответственно? Находиться. Находиться. А, где находится Асизи? Bene. Она находится в Умбрии. Sì. Около 20 километров от Перуджи. Bene, bene. Circa это около? Circa, значит, около, да. Примерно. Примерно около. А это еще и поезд. No, no. Смотри. Смотри, смотри. Cercare. А, cercare. Искат. Поиск будет ricerca. Дело в том, что... No, logica есть, Tieni dall'icona, sa man dire. Потому что cercare, по-латински, это cercare. И circa имеется в виду, что это круг. Вокруг точного данного. Угу, данного. Bene. А сколько вы там пробудете? Bene, здесь у нас глагол fermarsi. Fermare значит останавливать. Fermarsi значит останавливаться. Здесь смысл оставаться. Мы останемся на пару миль. Bene, bene, bene. Ega. I ragazzi vanno ad Assisi, ребята поедут в Assisi e... Fermiamo... No, no, padeggiasci da Nimi ad Ani. Fermato. Allora, sganciala vasvrati mistimini. Ani? Sì. Sì? E sì, fermato... Fermano... Fermano un paio di giorni. На Ассизи находится в Умбрии. Ассизи се трова и в Умбрии. Хорошо. Ниже находим две таблицы, которые сравнивают два глагола, которые частично мы уже знаем, но между которыми кое-что общее есть. Начнем со второго глагола «сентирси». Уже знаем, что «сентирси» значит «чувствовать себя». «Ми сенто ин форма», «чувствую себя в форме». «Ми сенто бене», «чувствую себя хорошо». «Ми сенто мале», «чувствую себя плохо». «Ми сенто джу», «чувствую себя вниз». То есть это как то же самое, как ниже. «Ми сенто а терра». Ma ужасно не это слишком, но не очень, не очень. Не здорово, не важно. А мале это хуже, чем вот эти два? Да. Или лучше? Но мале это хуже. Мале это плохо. А это не так. Не так. Бе. Тристе, чувствую себя грустным. Как сказать грушу? Бе. Ми сенто соло одиноким. Соло, для женщин. Bene, когда mi sposo in такой глагол, чувствовать себя, когда самочувствие это внутренний вопрос, телесный либо душевный, душевный. То есть, когда зависит от это внутреннее состояние. Когда самочувствие зависит от окружающего, тогда используем «троварси». Потому что «троварси» не значит только находиться, а значит еще чувствовать себя. Обратите внимание. Come ti trovi a in? Как себя чувствуешь в? Mi trovo abbastanza bene in Italia. Чувствую себя достаточно хорошо в Италии. Зависит от окружающего. Здесь от места нахождения. Может быть, что это место, может быть, что это круг людей. Mi trovo male all'università. Я чувствую себя плохо в университете. Мне плохо в университете. Может быть, что коллеги по учебе не хорошие. Может быть, что
заведении чуть не рухнется. Может быть, что профессора нехорошие. Поэтому глагол «троварси» значит «находиться». Как раз, смотрите ниже, «Дове си трова Сизис?» Сизис си трова в Италии, не умда, vicino a Perugia, circa 20 км da Perugia. Значит, чувство себя, когда само чувство за визита окружающего. И еще значит оказываться. Смотрите, «Ми трово in una situazione difficile». «Оказываюсь в сложной ситуации». Три значения этого глагола. Троварси, находиться, чувствовать себя, когда само чувство и зависит от окружающего. Если себя одиноко в Италии, то это метрово, да? Си. И на Италии. Ма, но, минуточку, нет? но. Ма. Но. И нет, потому что одиночество это чувство. Угу. Не важно, где в Италии. Не важно, где. Нет. Будет «Ми сенто соло in Italia». Да? Sì. А вот мали тут и там, и слева, и справа. Ma, понимаешь, что мали это наречие, Бог это наречие, относится, связывается с любым глаголом, это ни при чем. Надо понять, когда это зависит от окружающего, когда это телесное, либо душевное состояние, прости. Потому что я... Когда есть, допустим, у меня есть температура. Beh, mi sento male. Что потом я нахожусь в Москве или в Бангкоке, это ни при чем. Я могу сказать, mi sento male, sono a Roma, mi sento male. No, это зависит от того, что... Если я одинока именно в Италии, то есть, может быть, я там не знаю язык или еще что-то, чувствую себя одиноко. Именно в Италии. Вот в Москве мне нормально, а в Италии... Но здесь вот... важнее, что это душевное состояние. Да? Да. Вообще. Время еще есть? Можно есть. Можно. Есть. Время есть, поэтому продолжим.